Всем привет! Сейчас я покажу, как сделать, распечатать книжку и сделать спуск полос из файла PDF. Итак, исходные данные. У нас есть PDF-файл, который я хочу. Он формата 200 на 284. Запомним эту цифру, потому что мы будем его задавать на нашем InDesign. Итак, у нас 135 страниц, формат почти А4. И нам надо распечатать его на обычном офисном принтере формата А4. То есть, если мы сделаем спуск полос из данного файла, то это будет А3 формат. Ну, я не хочу этого делать, я хочу сэкономить бумаги, я хочу сделать такое мини-руководство для себя. Файл, заходим в InDesign, файл, новый документ, указываем наши размеры PDF-а 284. Количество страниц мы оставляем 1, это очень важно. Оставляем колонку. Ну, все остальные мы можем оставить значение по умолчанию. Нажмем ОК. Дальше мы заходим для того, чтобы автоматически поместить многостраничный PDF. Заходим в Window, утилиты, скрипт или Ctrl-Alt-F11. Выбираем. Я сначала вам покажу полный путь к этому файл. У вас должно быть открыться примерно так. Application, Samples, Visual Basic Script. JavaScript не очень хорошо работает, поэтому я рекомендую Visual Basic Script. Берем Place Multi-Page PDF, помещаем страничный PDF, выбираем его. Выбираем файл. Указываем наш документ Untitled 5. Не новый, потому что если мы возьмем новый документ, он будет помещать исключительно в тот размер, который у нас по умолчанию, а там он может быть разный, поэтому лучше создать документ, равный нашему PDF, и туда помещать. Дальше мы можем с ним делать, что захотим. Не будем выравнивать, ничего не будем делать сложного с ним. Окей, Untitled 5. Place PDF на первую страницу, у нас только одна страница, нажимаем ОК. Оно нам помещает. Оно помещает наш многостраничный PDF. В некоторых случаях это очень удобно для того, чтобы можно было делать как справочное руководство или просто книжечка. Много в интернете можно найти PDF-ов. Чтобы не печатать все это А4 форматом, большую, много листов, можно сделать книжку, сэкономить бумагу и в очень удобном виде держать при себе, чтобы потом его читать в свободное время. Есть, поместила, это нам больше не надо. Так, что нам смотрим? У нас нету страниц автоматической нумерации. Я вам рекомендую, если их нету, лучше добавить. Как это сделать? Заходим в Pages, а мастер шаблон, берем текст, рисуем текстовый фрейм, заходим в Type, Insert Special Characters, Markers, Current Page Number. Я увеличу не 12 пунктов, а 13, допустим. Сдвину немножко вниз. У меня тут нет никаких особых требований. Это мне для принтера. По правому краю центрирую. Все, у нас теперь есть номера страничек. Видим 124, 125 и так далее. Дальше, что нам надо сделать? Заходим в Print Booklet, смотрим превью. Превью нам выдает ошибку, желтый треугольник с восклицательным знаком. Почему? Потому что формат бумаги А4 принтера, а у нас разворот А3. Как от этого избавиться? Заходим в Print Settings, Setup А4,
Делаем ориентацию альбомную, scale to fit, уменьшаем по формату, чтобы наш А4 влез в PDF. То есть PDF мы делаем уже спуском полос на формат А4 для обычного стандартного принтера. Принтер. Выбираем тот, что Adobe PDF. Я не рекомендую сразу печатать на принтер, потому что у вас там двухсторонний, это уже отдельно лучше с Акробата делать. Так, дальше. Да, и вам рекомендую еще зайти в настройки Adobe PDF, Setup, настройки, и выбрать Default Settings. По дефолту у нас стандартный, то есть оно уменьшает нам качество изображений, качество картинок, поэтому я рекомендую поставить там Press Quality. У меня тут много настроек, ну, у вас по умолчанию должно быть Press Quality, должно быть где-то. Если нет, напишите в комментарии скриншот, я вам отвечу, как лучше настроить. Или запишу отдельный урок по настройкам Adobe Distiller. Окей, печать, проверяем, все хорошо, замечательно. Окей, смотрим превью, все у нас, ошибок нету. Нажимаем print. Ну, указывает нам, куда сохранить. Я набираю отдельный файл, набираю А4, чтобы не запутаться. Если у вас А3, наберите А3, сохраните файл. Нажимаем сохранить. Да. Оно сохраняет, и после сохранения оно откроет нам наш PDF. В принципе, довольно шустро делает. Готово. Смотрим. Мы видим, у нас мы сделали из нашего PDF спуск полос. Теперь мы распечатываем это в двухстороннем режиме, ну, двустороннюю печать, и можем уже делать книжечку. Также можем переплести ее посередине. Тогда у нас будет красивая, замечательная книжка. Всем спасибо. Есть вопросы, задавайте в комментариях. Хотите, чтобы подготовили ваш файл и записали на этом видео, высылайте нам на почту info@seohelp.ua. Также подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Пока.